Всем привет! Сегодня у нас 3 декабря 2019 года. Время у нас 16:00 вечера. Патрульный автомобиль Jack, государственный номер 0538, 10 регион, бортовой номер 312, находится в жилом секторе. Здесь вокруг одни жилые дома, никаких государственных учреждений нету. А вот данные полицейские, водители этого служебного патруля занимаются неизвестно чем в частном секторе. Служебное время на служебном патруле. Постоим немножко и подождем, чтобы задать вопросы по поводу их деятельности во дворе жилых домов. Стоим. Пару вопросов хотел задать. Дорожный контроль, общественная организация. Служебный, можно ваше в развернутом виде? По поводу чего? Вопросы к вам есть? Старшина полиции Нушатаев Рауан Казбекович, полицейский водитель до 22 года. Спасибо. Откуда будете? Какое подразделение, отделение? Все? Да. Оу. Все, вы где? Вы здесь чем занимаетесь? Вот я смотрю, ваш автомобиль стоит. Почему в рабочее время, в служебное время, то есть? А? Обед? А время вы смотрели? Вы с Кустаная, да? Нет, я отсюда. Отсюда, с Сарановского? И на сутках? Да. И у вас обед смещен? Да. Да ладно. Да. Какие-то есть вопросы есть, может, после? Почему нет? Вот так вот у нас полиция на службе находится.